Выражаю надежду, что сегодняшнее заседание Советов глав государств СНГ станет хорошей платформой для искреннего и конструктивного обмена мнениями по самым насущным, актуальным проблемам, происходящим в последнее время в нашем регионе. К сожалению, не могу не отметить, что со времени нашей последней встречи на пространстве сотрудничества произошли серьезные изменения, которые не могут не вызвать нашу озабоченность. Если касаться ситуации в Украине, нас очень тревожат события, происходящие в соседнем государстве, Украине. Мы выступаем за мирное урегулирование конфликта. Мы хотим, чтобы в регионе была стабильность. Я уверен, что это отвечает не только интересам Республики Молдова, но и всем странам СНГ, да и соседям наших стран. Республика Молдова в составе СНГ заинтересована в сохранении и в дальнейшем развитии отношений со своими традиционными партнерами, участниками зоны свободной торговли СНГ. Мы считаем, что соглашение о создании зоны свободной торговли между Республикой Молдова и Европейским Союзом не должно отразиться негативно на нашей связи со странами СНГ. Наоборот, мы исходим из того, что эти два экономических пространства будут только дополнять друг друга. Я привожу пример, всегда, как говорю на эту тему, что мы имеем опыт сотрудничества с Европейским Союзом, и все члены СНГ,